Приятное и полезное времяпровождение ожидает этим летом жители села Алгабас Коксузского района. Теперь свой досуг они будут проводить в новом парке отдыха. Столь ценный подарок сельчанам преподнесли бизнесмены и инициативные жители аула. На возведение объекта они затратили порядка 45 миллионов тенге. На торжественную церемонию открытия прибыли не только местные жители, но и гости с разных уголков страны. Открытие парка для алгабасовцев – большое событие. Место отдыха станет достопримечательностью аула. Разделить радость вместе с сельчанами приехали гости из столицы. Депутат Мажилиса Республики Куаныш Султанов и первый космонавт независимого Казахстана Айдын Айымбетов. По инициативе местных жителей новому парку присвоили имя видного государственного деятеля СССР Батыржана Оңғарова. Батыржан кеткелі, қаншама жыл болса да, Батыржанды... Сколько бы ни прошло времени с того момента, как не стало Батыржана Оңғарова, мы никогда его не забудем. Память о нем будет жить вечно. Я считаю правильным то, что парку присвоили его имя. Ведь Батыржан Оңғаров – достойный сын своего народа, трудившийся во благо своей родины. С кем бы я ни общался, все с теплотой отзываются о нем. За счет таких качеств, как человечность, доброта и верность своему слову, он завоевал поистине народную любовь. Больше всего открытию нового парка рады дети. Специально для них на территории создали развлекательно-игровую зону. На участке установлено порядка десятка качель, горок и прочих снарядов. Всего в селе проживает свыше 2000 человек, из них более 250 дети. Мы очень рады, что у нас открылся такой парк. Теперь каждый вечер с детьми будем сюда приходить. Раньше во время каникул дети не знали, как себя занять, и постоянно уходили на речку купаться. Нам приходилось идти вместе с ними. Одних пускать страшно. Теперь мы можем и сами отдохнуть, и вдоволь будут играться в безопасном месте. Спасибо большое всем тем, кто сделал такой подарок. Надеюсь, в скором времени наш аул ждет еще масса положительных событий. Общая площадь парка 64 сотки. Строительство его началось в октябре прошлого года. Объект полностью обеспечен освещением. Имеется система полива газона. На территории мы посадили свыше 200 деревьев и примерно столько же цветов. На данный момент в Коксузском районе имеется 3 парка. Расположены они в селах Балпакби, Алгабас и Мукры. По словам местных властей, до конца этого года планируется введение еще одного в ауле Жарлыозек. Ануар Амангельдинов, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ.